Раунд тут пока что на миде, просто какая-то неадекватная тусовка. Энж врывается на белый ящик Майкелли, под слэшку все-таки отходит. Не стал врываться. И Energy сейчас решили перенаправить вектор атаки на точку Б. А тут Фредди и Фрог вместе со своим тиммейтом Релаксы, которые пока что не могут действовать вместе, потому что хорошие гранаты от команды Energy. Ну и пока еще не зашли на плент игроки команды Energy. Вот Брэз отлетает, бомба все-таки устанавливается. Тойота Свифт Хампус. А, Тейлор Свифт. Я прочитал Тойота. Тейлор Свифт Хампус. Очень интересно подписан Хампус. Мне сначала показалось, вернее, показалось, а оказалось, что не казалось. Релакса делает ретейк с Сити. Энджи под девяткой. Очень хорошая позиция. Ну, слепнет! Какая же классная флешка залетает. Тред резерв. Тут же Питер делает минус в дроп-руме. Фагли! Ой-ой-ой, какой экшен. Расти, Фредди, Фрог делает по минус. Фагли в итоге один на пленте. Здесь его просто разрывают. Есть щипчики, успевают здесь в ретейке. Все нормально для команды Red Reserve. Они забирают пистолетную. Но Energy очень круто зашли на Б. Вот. Да. Реально, классное решение. То есть они не встретили отпора на миде. То есть посмотрели, что противники в принципе где-то уходят под флешки. То есть у них будут глубокие позиции. Потому давайте попытаемся просто зажать точку Б. Это получилось, но при этом, конечно, по стрельбе очень жестко не залетело. Особенно в стычках с такими ребятами, как Расти и Фредди Фрог, которые сделали по два минуса, уничтожили большинство из своих соперников, ну и Релакса тоже подключился. Релакса — это MVP карты Cobblestone. В стане команды Energy, конечно, Борис очень хорош. Но вот Питеру нужно подключаться, возможно, на этой карте у него пойдет. Расти просматривает хайвей, откидывает хаешку на буст. Хампус поджимает мейн, делает минус по Энджи, который там оказался полностью не готовым к такому врыву. Ну и что, в дверях уже есть люркер, это Брэз. При этом бомба стоит довольно глубоко на респе у команды Energy практически. Ну и вот потеряли одного, а остальные не собираются никуда выходить у команды Energy. Здесь будет такая позиционная атака, наверное, по пистолету в руках. И будет попытка, конечно, сделать фраг, может быть, раздобыть какой-то девайс и поломать экономику команде Red Reserve. Вообще, кстати, очень интересно смотреть за такими турнирами, особенно за командами, вот как Red Reserve. Тут очень, ну, молодые относительно игроки, которые не так часто показывали себя на международных турнирах. И сейчас вот есть такая возможность, уже раскрылся немного релакса, который дальше может, в принципе, неплохо пойти. Фредди, Фрог, Расти то же самое. То есть мне пока что нравится, как они действуют, какие решения принимают. И, в принципе, пока что они, во всяком случае, последние раунды, последнюю карту были лучше, чем их соперники, которые имеет очень много опыта. Это тот же Питер, Дабс и Фагли, которые мы с тобой тоже отмечали. Ну и Энж. Молодое дарование из Дании, которое тоже где-то залетает неплохо, делает минусы. У нас, кстати, Energy выходит на точку, а неплохо тут Макелели стоит за квадом. Питер на коннекторе. Хорошая позиция Брэд Релакса. Фредди Фрог тут же разменивает. И, возможно, Питеру не стоило идти в агрессию. Возможно, стоило отойти как раз-таки в коннектор и попытаться сыграть на миде. А тут уже Фагли. Ситуация 1-1 против Фредди Фрога, который только сейчас выходит через машину. Бомба на пленте. И нужно двигаться. Фагли! Какой хедшот залетает по Фредди Фрогу, который тоже решил выйти на стрельбу и отлетел без шансов. Energy отвечает 1-1. Как же Фагли только что вообще жестко с эмкой отыграл. Вот он на ваших экранах. Ну, круто. Продемонстрировал стрельбу. Очень классно. И Майкелели немножечко покраснел. Да, неприятно, неприятно начинать декэш, проигрывая с... Проигрывая форс-бай своим оппонентам, имея хороший закуп, сделав энтрикил. И там вот команда Energy выглядела в какой-то момент беспомощно. Да. Не было понимания того, кто куда пойдет и вообще что будет происходить. Позиция очень закрытая от Фагли. В итоге он дожидается этого поджима. Релакса уже отлетает. Ну и здесь дали игроки команды Energy ясно понять, что тут... Просто так вам этот раунд уже никто не отдаст, и Energy могут набирать и экономику, и раунды, и в целом начинать хорошо атаку. Питер, на карте Декэш. Уверенно. Тут только Хампус вместе с Фредди Фрогом остались на карте, вернее, на точке, простите. А Фредди работает через машину. Там неплохой смок от атаки. Еще и ждут, пока Фагли выйдет на мидл, то есть у него хорошая позиция. Хампус уже потерян. Последний Фредди Фрог, который уже делал свой выстрел с Desert Eagle. Соответственно, его будут просто загонять на своей позиции. Фредди и выпад во Фагли все-таки забирает. Тут на свече девайса был. Ну, небольшая, но ошибка все-таки от игрока команды Energy. Но это не проблема. Все остальные ребята сработали. Питер 5-1-2. То есть тут уже в какой-то момент уже больше раундов, чем за половину на предыдущих картах. Больше фрагов, да, чем за... Больше фрагов. Это точно. Это да. Да, ну, Питер тут и подформил неплохо, и, в принципе, забрал девайс. Так что хорошее начало для команды Energy, даже несмотря на то, что проигрывали пистолетные. Но сейчас есть уже укрепление экономики, и Питер будет врываться. Маг-десятка на руках. Тут врыв от команды Red Reserve. Начинается просто месиво. И Питер делает два минуса. Брис и Фагли отключили тоже соперника, и только одного потеряли в этом раунде игроки из североамериканского коллектива. Первый девайсный
Очень быстро у нас прошел экономический, благодаря команде Red Reserve, которая решила запушить точку Б. Но там 5 USP было особо, решили не устраивать позиционную войну шведы. Ну что, первый оружейный раунд от них. Ну не первый, первый как раз таки, который у них был оружейный, не проиграли пистолетами. Кстати, ошибся, действительно меня поправили, что был не форс, а было просто эко. То есть там вообще без арморов были с пистолетами NRG. И вот тут интересное, кстати, решение. Вот смотри, сейчас просто на стрельбу выйти на точку А. Минимум, возможно, гранат будет. И вот это неплохое решение. Сразу вот так вот попробовать взять БК за рога на апленте. Но почему же не прочекали под девятку? Хотя флешка вылетала хорошая. Фагли в итоге на размене. Хампус возле двери делает минус. Тут Макелели еще и с АВП. А Энджи на пленте падает от Хампуса. Питер в итоге разменивает на Макелели. Забирают Дапса. И Питер остается один против троих. Как же хорош Хампус. Просто как рыба в воде здесь на этом пленте. Питер. Это будет клатч. Ребята, посмотрите. Через дефолт выход. Там Хампус. Да, замечательный гол соперника. Питер минус 4. А что вернее, даже Хампус? Минус 3 в этом раунде. Возможно, четвертый залетит по Фредди Фрогу, который находится весь этот раунд в коннекторе. Зачем Хампус выпушивал? Ну, здесь вопрос. Здесь хотел просто четвертого забрать. Тем более, как раз таки круто отыграл. На позицию Фредди. Ты знаешь, что твой тиммейт играет далеко. Тебе ни в коем случае нельзя играть агрессивно. Ой, но Питер все-таки пытается найти своего соперника. Фредди Фрог тоже, кстати, неплохо отыгрывает. Но Питер рано или поздно пойдет все-таки к этой бомбе или нет? Ну, должен все-таки идти к пакету. Фредди Фрог работает. Но Питер, нужно смотри, уже понимать, Питер что думает... соперник заберет, возможно, бомбу. Но Питер даже не спешит. Но здесь уже он потерял тайминги. Нужно уже немного поспешить. Смог откидывается в мейн. Фредди Фрог уже выход на машину. И Питер, возможно, где-то его не будет читать. Питер уже двигается к бомбе. А сколько времени до конца этого раунда остается, тоже интересно. Откидывается молотов. Питер все делает очень грамотно. Но Фредди очень близко находится возле машины. Есть все-таки тайминг для Питера. Нет, он не поставил эту бомбу. Но попытка была неплохая. Но он сам уже заигрался. Да, понимаешь, очень чуть-чуть долго чуть-чуть ждал себя. Противника. И Фредди Фрог, как очень, кстати, опытный игрок, сыграл сейчас. Потому что он... Да. При том, что противник не ставит бомбу, стоял в коннекторе и выжидал. Возможно, Питер действительно будет пытаться его найти. И здесь Фредди был хорош. Да, Фредди очень грамотно сыграл. Ну, конечно, Хампус допустил ошибку. Вообще ни в коем случае нельзя было. Он подарил очень хорошую надежду Фагли, Питеру, простите, на выигрыш в этом раунде. Ну, а в итоге все исправил Фредди. Действительно, подсадка у нас в вентиляции в начале этого раунда. Red Reserve взяли оружейный. Возможно, появится какая-то уверенность у них. Но... здесь нужно, конечно, с такой экономикой брать несколько раундов, потому что потеряли всех в прошлом, остался, выживал только один, и экономический удар все-таки очень серьезный был от команды Energy. Но мы видим, что у самих американцев-то с деньгами все шикарно, просто-напросто. 4 калаша, куча гранат, молотов, и Энджи уже делает энтрикил по Расти. Хампус подходит на погрузчик, есть информация по дверям, есть информация по мейну, но мы видим, что Energy здесь не спешат. Они еще и, возможно, будут делать выпад на мидл. А Макелели делает в это время выпад на дверь, тоже грамотный мув, и переигрывает там Бреза. Ой, релакс, хорошие тоже позиции. Будет убивать соперника. Нет, все-таки не залетает. Фагли под вентилем все-таки остается вообще невредимым. Даже после этой хае релаксу уже нужно уходить. Дабс на белом ящике. Какие решения от команды Energy? Этот, возможно, будет выход на точку Б. Бомба, кстати, перетягивается, и это будет Питер, который действует с АВП. Нужно прочекать также Токсик, но у Фредди Фрог хорошая позиция, и релакса там за вот ящиком, за лобби еще и уходит просто. Да, это отличная позиция будет сейчас для шведского звена. Ну вот прочекают ли Фредди, это тоже вопрос. Энж, выпад от него, 20 хп, нужно идти первым. Шведы читают. Есть молотов, да, Фредди Фрог должен все-таки выходить и забрать Энжа. Да, получается, но тут же размен от Фагли неплохо. Дальше идет выход у нас, 18 секунд остается у команды Energy. Релакса через дефолт, там еще на девятке Майкелли, релакса, минус Дабс. Это минус бомба. 10 секунд сейчас будет на табло. Фагли забирает все-таки релакса. В два позиции. Майкель, нужно выходить, забирать Фагли. Нет, не получается. 5 хп остается, и бомба будет поставлена на последней секунде. Да, Хампус последний. Нет, хаешка. Это такие раунды, ребят. Это просто минус сердца, наверное, для тех, кто болеет за одну и вторую команду. И 5 Питер остается, и ничего не может поделать. Да, тут вообще, ну, просто такой вот момент решил. И везет, везет в какой-то степени. Red Reserve в этих двух раундах подряд... удача на их стороне, это точно. И, кстати, вот у меня вопрос к релаксу. Вот он стоит внутри плента, есть у тебя очень мало времени, ты понимаешь, что заход на Б, и он делает стрейф влево. Вот это очень спорный момент на самом деле. Это расчет на то, что противник просто этого будет где-то не ожидать. Вот, и то, что он будет в динамике где-то чекать какие-то другие позиции. Ну, то есть это просто игра в агрессию, которая, да, здесь сработала, но при этом я с тобой согласен, то, что он мог просто без шансов отлететь. Если игрок атаки смотрит именно в этот момент. Ему еще повезло, что он убил просто вообще, я тебе так скажу. Потому что на самом деле, опять же, у тебя
тебя позиция, ты можешь спокойно просто стоять и ждать. Пускай они атакуют, просто жди. Но здесь еще нужно учитывать то, что очень мало времени оставалось. Да. И выходить ему точно не стоило. То есть просто играть тупо банально на время. Ты дело в том, что даже если никого не убьешь, то ты выиграешь время. И то, что ты живешь внутри плента, и твои оппоненты знают об этом, да, то это, ну, это очень серьезно. Знаешь, вот как кость в горле, да. Действительно. Вновь попытка команды Energy выйти на точку Б. Хампус забирает апса, релакс, через девятку все-таки выпускает соперника, но Хампус добирает красного Энджа. Бомба уже у нас на радарах у команды Red Reserve. Выход от приза. Есть минус по Хампусу, которого, в принципе, отдаю здесь на пленте. Майки Лили неплохо там слил, но отлетает просто от приза. Пагли также находит Расти, и сейчас уже большинство для команды из Америки нет. С этим не согласен релакс, и ситуация 2 в 2. Еще есть инфа о том, что Пагли красный. Да, была инфа по нему, что он в вентиляциях, и, возможно, увидели или услышали там Red Reserve, что дали хедшот. Фагли. В итоге все зависит от Бреза, который... Включите нам Бреза. Да, вот этот раунд сейчас... Этот человек сейчас либо возьмет раунд, либо проиграет. Да, ой, залетает там еще. Он на дефолте решил сидеть на бомбе. Там минус от Фредди Фрога и релакса забирает Бриза. Все-таки команда Red Reserve делает этот ретейк. Ну, на Фагли не было надежды, на самом деле. 10 хп и позиция у него такая, что он вынужден рано или поздно выходить на чек, а там одна пуля и ГГшечка. Опять делают ретейк Red Reserve и опять выигрывают раунд. Притом это опять же был выход от... команда Energy на B-плент. Смотрим на деньги. Покупать можно. Питер может легко дать дроп. Фагли возьмет UMP с гранатами. И здесь на самом деле есть нормальный бай. Но вот решат ли покупать Energy? Да. Нет, они делают эко, я так понимаю. Ну, там будут деньги на следующий АВП. Раунд. Вот Питер с АВП, у него было 7 тысяч там с лишним. Решил сыграть со снайперской винтовкой в 8-м раунде. Ребята, не забывайте писать в Твиттере. Да, вот эти хэштеги используйте. И будем выводить вас на экраны. Ну что, что-то будет мейн. От Фредди Фрога вместе со своим тиммейтом эта позиция занимается. Соответственно, можно оставить одного бойца и отойти вглубь аплента, который будет раскидываться дапсами компании. Уже эти позиции говорят о том, что полетят смоки. Energy попробует точку А. Но мне кажется, что как раз-таки Red Reserve сами понимают, что пробовали они Б, а сейчас, ребята, давайте укрепим А. И посмотри, Б стоит один игрок. На отдачу точки, то есть релакс стоит вообще просто на девятке на хелпе, он один там. Два в медле и два на А стоит в упоре. Ну и вот он раскид, и вот он сейчас через мгновение, наверное, будет выход на точку А. Ну и, кстати, хорошее решение через мидл сыграть от Energy. Да, возможно, будет неожиданно. Питер забирает Расти, это было в коннекторе. Там еще один игрок защиты находится, Хампус на подсадке, забирает Бриза. Дальше идет размен, или не идет все-таки? Есть минус от Энджи, тут не отпустили противника. Есть позиция, Фредди Фрог за квадом. Релакс забирает дапса, очень красный остается Питер после этой стычки. И Фредди Фрог может здесь всех забирать. У него получается брать Энджа. Еще и отлетает Фагли от его же рук. И это раунд в пользу команды Red Reserve. Хотя выход был неплохой. Минус на коннекторе, а потом не смогли разобраться. А знаешь почему? Потому что был смог от защиты на хайвей. То есть из-за этого американцы, по сути, не знали, что делать. Они просто остановились. А что, как выходить? Ну, или в смог уже пытаться выйти, что, в принципе, получилось. Но при этом они потеряли все-таки момент после первого минуса. Ну, сама по себе раскидка от Energy мне понравилась. Вот эти да, вот смоки да. На девятку, там, на хелпу. Там все, на самом деле, было действительно все качественно. И опять какой-то форс от Energy. Что вообще происходит с экономикой? Они там нормально там по деньгам? Все? АВП, три пистолета, калаш в прошлом раунде. Сейчас, опять же, 4 тяжелых армора, 3 дыма, 2 молотова, теки. Ну, наверное, уже я тогда думаю, что уже даже в такой ситуации у них деньги должны быть в следующем на нормальный бай. Но, опять же, понять тяжело. Выход на Б, Брэз, делать минус по Фредди, Брэз! Как так? Разваливается Б, точка, 2 опорника просто, ну... Они знаешь, вообще видели своего оппонента? Я вот слушал, вернее, даже смотрел ваше видео с Сеней, и там была фраза «Вася с теком вылетает и ломает весь раунд». Да. Вот это оно. И это на самом деле, ребят, ну, не в обиду, конечно же, но это был тот самый раунд и тот самый Вася, который вылетел и поломал команду Red Reserve, хотя были классные позиции, но Бриз здесь не контрится. Это вот, это меня очень сильно раздражает в CSGO, это то, что можно вот так вот взять тек и просто вылететь на ноге и сбрить двух опорников с эмками. То есть, ну, вообще, то есть у ребят с эмками нет вообще никакого преимущества. Ни позиции, ни в стрельбе, ну, не то, что в стрельбе там, да, в их винтовке. Все плохо. В итоге загоняют, понимают, что уже выиграли раунд Energy и допускают, судя по всему, ошибку. Всех да? убивают. Просто всех Жесть. Убивают. Но это... здесь нельзя было так вот выходить. Это да, экономика было. Будет хорошая на этот раунд у команды Energy, но потом, ребята, ну, посмотрите, там, да, Питер с АВП, они сейчас закупаются, но если этот раунд забирает Red Reserve, то пиши пропало, ну, во всяком случае, на следующие два раунда где-то для команды из Америки.
Очень интересная встреча, очень много экшена, просто напряженнейшие раунды. И, ну, спасибо командам за то, что они так рвут друг друга. А Дабс на нуле, как тебе? Ну, Дабс. Теперь вот был у нас Питер, теперь Дабс. Но все-таки меняются игроки. И хорошо, что Питер проснулся. Подсадка. Тем более он снайпер, да? Да, да. Тут, по сути, команда Energy, ребят, играла без снайпера. Да, две карты. Эти две карты, да. Но и при этом она еще одну из них выиграла, и очень круто это сделала. Но там был Бриз. Релакс забирает Фагли. Это было, скорее всего, под точкой Б через смок, если не ошибаюсь. И тут остается только один Депс. И он не может выйти, учитывая то, что есть смок, и еще есть Фредди Фрог в хорошей позиции вместе с Релаксом. Они могут тоже сработать против оппонента. Ну и при этом еще и Фредди может всегда ворваться с вентиля, хелпануть на мидл. А мы видим, что там есть позиция у Питера на бусте. То есть, вероятно, Energy будут с поздним таймингом выходить все-таки на эту позицию. А, смотрим. Майкелели делает минус по Брезу. Это, я так понимаю, где произошло? В мейне, да, вероятно? Да. Ну и вот уже минус 3. Два игрока, простите, ну, у тут команды. Видишь, медленная игра по дефолтам не работает против команды Red Reserve. Нет. То есть видно, что шведы, в принципе, чувствуют себя. На каждой позиции они где-то могут поджимать и где-то развязаны просто руки. Чего не скажешь о команде Energy. Так, Депс, выпад на точку Б, полетит Молотов на дефолт. Но там еще есть Фредди Фрог. И ошибается там немного, на самом деле, его тиммейт, но Фредди спасает его. Минус Депс. Ну и Энж вместе с Питером. Выход с ВП отменяется. Только одного забирает Фредди Фрога. Питер тут же отлетает от Расти. 6-4. И смотрим на экономику команды Energy. И сейчас они должны вспомнить тот самый момент после бомбы, когда они пушили соперника на своем респауне. На чужом респауне. Сейчас главное, чтобы они не... Ладно. Нет, то здесь, в принципе, ожидаемый бай, потому что 1600, у тебя нет денег, и тут нужно что-то ожидаемый придумать. Бай, но я тебе так, Саша, скажу. Ты можешь сделать сейчас эко, а в следующем купить галилы и минимум гранат. По такому рисунку игры, когда ты видишь, что у тебя ты проигрываешь раунды с инициативой, или там, например, ты неплохо заходишь, но не можешь сделать энтрикиллы, то тут уже гранаты уходят на вторую, как бы, на второй план. И поэтому здесь, знаешь, мне кажется, надо уже брать то, что можно взять, и те же галилы, просто играть на стрельбу, потому что тут вопрос даже не в деньгах, не в экономике, а в том, что игра абсолютно вот у Energy не идет. Хотя, да, опять же, есть неплохие вот там выходы на Б, на А, там мы помним. Не клеится, не клеится. Пока что вновь будет попытка врыва на точку Б. Мы, ребят, видели, ну, то, что не получается там, опять же, таки разыгрываться даже после того, как устанавливают бомбу. Нет, после этого хорошего размена Фредди Фрог принимает Депса, но все-таки подгорает от Бриза. Релакса через девятку, АВП будет работать. Нет, все-таки промахивается по сопернику, но дальше есть минусы от Майкелеля, минус Бриз, минус Питер, которые пытались вместе запушить Сити. Не получается. А Энджи Фагли. А, поставил бомбу, да. Да. Ну и Макелели уже делает минус по Фагли. Без шансов здесь отлетает Энджи. В итоге берется седьмой раунд. Да, я вообще смотрю, что кэш традиционно шведская карта. То есть играют ее на IP, да, играют ее Fnatic, и вот сейчас играют ее Red Reserve. Почему я говорю про Red Reserve в данном случае? Потому что видно, как ребята себя комфортно чувствуют на позиции. Ну, вот этого видно, у нас реально не было ни на трейне, да, ни на... Вот видно, видна какая-то легкость, да, да, вот именно в их игре в дефенсе. То есть где-то даже может быть развязанность и понимание вообще полностью модели игры на этой карте. Пауза от Депса и компании 0-2-9. И тут, ну да, где-то, может быть, его не хватает. Но в целом, конечно, команда, ну, очень часто ошибается, имея большинство. То есть не только Депс в этом виновен. То, что вот 3 в 2, 4 в 2 раунда не берутся при поставленной бомбе. Тут все виноваты, на самом деле. Но, с другой стороны, больше работы от Фагли. Питер включился наконец-то. Ну вот не хватает, да, Энжа, 2 минуса и Депс с бубликом. Но у Red Reserve все хорошо. Включился Фредди Фрог, да и передвижение. Я с тобой вообще на 100% согласен. Ну, каждый игрок знает, что делать. Такого, да, не было у нас в защите. Да. В защите, еще раз напоминаю. На трейне. Не на трейне. И, в принципе, Кобол тоже там в защите были некоторые провалы. Что говорит о том, что, может быть, не часто команда. И даже в соло игроки, которые вот сейчас состоят в команде Red Reserve, играют эту карту. Ну, Питер, что-то рассказывает. Ну, здесь уже может рассказывать. Да? Он поет, по-моему. Здесь уже может рассказать. То есть я уже не с 3, там 15, то есть у меня уже там 12, я уже могу тут что-то рассказать своей команде. Ну, нет, на самом деле это так не работает, но как один из самых опытных игроков состава, он должен сейчас что-то подсказать. Потому что работали быстрые выходы, работали где-то авантюрные действия. Медленно против шведов ты не сыграешь, ты не выиграешь раунды. Шведы, они подстраиваются, они постоянно что-то пушат, подсаживаются, то есть у них всегда хорошая позиция против тебя. И ты должен их ловить в том, когда они занимают эти самые позиции, когда они передвигаются по карте. И только так, в принципе, можно набрать какой-то минимум раундов в атаке. Хотя и так уже неплохо, да? Но, с другой стороны, мы же не знаем, как, вот, например, команда Red Reserve будет играть. Если они так легко себя чувствуют в защите, то и в атаке тоже будет, ну, все нормально. Да, я уверен, что будет все, ну, то нормально. То есть у нас реально уже есть картина игры команды Red Reserve. Да, да. У них
защита была, опять же таки, не такая уверенная везде. Вот если бы он сейчас ноги на стол положил, вот тогда бы да, я бы сказал, ну все, вот сейчас уже папа гнет свою линию, красавчик, тут я понимаю, а тогда нет. Ну да, да, там вообще, там на самом деле был провальный Кобл, вот особенно начало, и было все плохо у команды Red Reserve, и мы даже с тобой говорили о том, что они не смогут выиграть. Ну все к тому и шло. Да. Но, с другой стороны, решили все-таки там подзакинуть немного энерджи. Не шла очень жесткая игра у Питера, но и этим пользовались Red Reserve. Они ходили постоянно на А, у них постоянно там ничего не получалось. Но был момент, когда они все-таки смогли вот выйти на это самое А, сломить соперника и потом уже комбинировать. Ну что, что-то поговорили энерджи, что-то обсудили. Питер там надавал раскладов, в итоге энерджи делают эко. Тэг. P250 и один глок от Питера. Он, видимо, собирает на АВП. Ну и тут под смоки, судя по всему, будет попытка выхода на точку А и постановки бомбы. А как же не справляется? Что вообще? Макелеле. Кто это только что вот это стрелял с калаша? Ну, это был товарищ Расти, ну ладно. Там еще и Макелеле очень сильно отлетел. Была очень открытая позиция. Ну и, соответственно, это АВП, которая промахнулась, тут же отлетела от пистолета. И есть уже снайперская винтовка у Энджа. Стоит бомба, ребята. Это очень интересная позиция у Бриза, который подсажен на кваде. Но нужно уже уходить. Хороший молот от защиты. Эндж очень сильно проседает, получает по голове прострел. 8 хп. Хампус врывается под флешку, забирает одного соперника. Это Питер. Эш, Хампус, какие свечи девайсов? Еще и двоих. Тут вместе с Фредди Фрогом ликвидировал Депс. Последний отлетает от релакса. И как же Energy продают эту ситуацию в раунде. Они имели все для того, чтобы забирать этот раунд. Вот два минуса, потеряли только одного. Есть АВП, есть также трофейный калаш, сыграть вместе. И все нормально, но нет. Очень плохо сыграли действительно опорники, и был неплохой шанс у Energy, но справились в ретейке. Ты знаешь, вот в таких ситуациях, меньше на больше, когда у тебя на эко проблемы, ни в коем случае нельзя суетиться. Нужно спокойно подождать, там может быть каких-то... Вот как по Хампусу не попадали, скажи мне, пожалуйста, Питер и Эндж? Мало того, что противник еще свичнул девайс, то есть какая-то секунда, да, для того, чтобы его наказать за это, так еще никто не попал. Ну ладно, потом... Уже обсудим эти самые раунды, но такие нельзя проигрывать. Energy очень жестко отдают. Так вот, в таких ситуациях никогда нельзя суетиться и торопиться. Нужно понимать, что у ваших оппонентов, вероятно, эко, что там нет арморов, да, что там минимум все по девайсам, несмотря на то, что, понятно, отдали, но в целом там, опять же, кто-то с пистолетом, кто-то там с АВП, как Эндж, да, который уже показывал с АВП игру на Cobblestone и не очень уверенную, что самое интересное. Реально, он там брал авик и просто не попадал. И в целом я не понимаю, зачем. То есть, опять же, в динамике, да, наверное, ну, подобрал уже и подобрал, но в любом случае, здесь дефенс всегда должен сделать паузу, подождать, собрать информацию, откидать гранаты и потом делать спокойно ретейк. Что, собственно, и сделали, кстати, да, игроки Red Reserve. В этом плане они молодцы, и очень часто они как раз-таки на карте The Cash берут ретейки в меньшинстве. То есть у нас постоянно 3 в 4, 2 в 3 получается. И это уже больше претензия команде Северной Америки, как они дальше выбирают позиции после установки бомбы, как они играют на размены. Потому что, в принципе, если каждый где-то убьет, а кто-то один не убьет, то все будет нормально. То есть тут как бы по учебнику просто должны разыгрывать Energy. В этом раунде 27 секунд до конца. Еще и молотов в вентилях, релакса. Выход по точку Б от Питера отменяется. 4 калаша остаются сейчас в атаке, которые очень жестко зажаты в таймингах. Нужно просто спешить, нужно выходить. Еще и Бриз сжигается под молотом Фредди Фрога. Фредди остается сам здесь, но будет поддержка от Расти. Нет, ее не будет. Энж неплохо стреляет, но Фредди Фрог стоит до последнего. Фредди! Какой спрей! И минусы в этом раунде. Макелеле забирает последнего прострелом. Это был Фагли. До свидания в следующей 14-й по счету раунде. И 9-4, ну, здесь, конечно, очень сильно просели именно по таймингам ребята из команды Energy. Да еще читали. Этот молотов в вентилях, он просто уже, вот, что делать с ним? У вас два игрока, которые выходят через вентили, да, как выйти? Да, там читали даже, я тебе скажу, шведы своих оппонентов. Было видно по передвижению, в какой-то момент находилось 3 игрока на Б. 3 калаша, тег, P250. Energy не могут нащупать игру свою в атаке. Вот только я сказал о том, что не хватает мне мидла игры, увидел, что, по-моему, Фагли заходил через вентиля. Но опять же, в таких уже таймингах, когда вы там стояли больше минуты, а потом занимаете мидл только в одного игрока, который идет в вентиля, ну, то есть тут, опять же, ну, по информации в дефенсе это очень легко читается. Карта The Cash, она... здесь довольно тяжело изображать фейк. Ну, вот такой, чтобы прям заставить, знаешь, да, растягивать дефенс. Ошибается Хампус на линейке. Брис его забирает при выходе через скрип. Энж вместе с своим тиммейтом уже находится на дефолте. Макелей решил пушить и... Ой, я должен все-таки добить Фагли. Да, получается. Майкель дальше идет. Брис должен его добить. И да, получается. Дабс также справляется с Расти. Но Фредди Фрог заходит в спину. Посмотри, на мейне уже находится игрок защиты. Ну и с ним пытается справиться Депс, который его пропустил каким-то образом.
А как там Депс оказался? Еще и Бриз врывается под флешку. Тут на машине пытается расконтролиться релакса. Бомба уже стоит, и нужно действовать Фредди Фрогу. Он забирает Депса, который все это время находился в спине. Не нужно было даже выходить. А Депс, по-моему, до сих пор с нулем. Ой, релакса так забирает Бриза. Я из последней. 55 хп по нему была информация. Это квад, ребята. Фредди Фрог вместе с релаксом будут его загонять. Это раунд в пользу команды Red Reserve. Но в большинстве продали просто Energy. Тут Фредди, конечно, круто отыграл. Ну и релакс. Тут вообще парочка братьев сыграла просто здесь да. Царский ретейк. И идеально отхалдил один в мейне, дождался Дапса. Дапс вообще мог забить на этот мейн. Сказать, ребята, там в мейне я не пойду. Я пойду в скрип, да. Зачем? Ну, тут Фредди молодец, ребята. Твое лицо, когда Вася Стекл залетел и развалил твой веб-плент. Но... Да, что-то подобное было у нас у звена команды Red Reserve, но дело в том, что потом нету этого самого человека с теком, который может ворваться и нормально разработать там все. Весь план атаки для команды Energy. Все проваливается, все пропало. Сэр, нужно что-то решать. Energy, 4 раунда, нужно выйти на 5-й. Под Б стоят, очень закрыто сейчас играют. Но тут релакса, в позиции опять же таки нет флешки, ну вот промахиваются релакса, но Фредди Фрог дальше стоит. И куда смотрел Бриз? От флешки отворачивался. Тут же отлетел от Фредди, который выходит на Дапса, все-таки погибает, но он сделал максимум. 4 в 3 ситуации. Energy до сих пор не вышли, они вряд ли выйдут, но Питер все-таки ловит Хампуса на девятке, это уже интересно. Ну, возможно, даже Хампус немножко поторопился, ну, хотя, с другой стороны, была информация, что заходят, куда же-то ему не врываться, если он на хелпе. Да. Ну, и теперь могут постоять Energy, минута-то до конца, можно спокойно стоять, никуда не двигаться, и таким образом сейчас Red Reserve должны либо поджимать на инфу, либо уже как-то думать про апленд. И да, собственно, это и происходит, Майкл Элли с Авиком уходит в мейн, ну, прогнозируемая позиция. Что бы я сделал на месте Energy? Я бы сейчас ушел бы в мидл втроем и попытался бы как-то понять, что происходит на карте. То есть собрал бы инфу по мидлу и по расположению. То есть если в мидле, например, вышли условно в коннекторе и не встретили, значит приблизительно сразу же нарисовали картину расположения игроков защиты. То есть сразу нужно подумать о том, что было АВП. Да, АВП, вероятно, стоит либо на машине, либо где-то на хелпе на точке Б. И все, потом зайти через мидл, опять же, можно и как на А, так и на Б, собственно, просто через тайминги. Сейчас идут в капкан. Релакс забирает Депса. Расти справляется с Питером. Да, тут все. Все очень четко для команды Red Reserve. Последний фагли. Ну, будет попытка, конечно, выпада. Минус Расти, но тут же Майкелеле забирает последнего игрока Energy. 11-4, хотя начало было очень бодрое. Вот фагли и компании, ребят, ну, проиграли, да, пистолетку отдали, но потом 3 раунда очень крутых, но ответ от шведов тоже не заставил себя ждать. Да, очень серьезная заявка от Майкелеле на карте The Cash. Ну и Фредди Фрог нужно отметить, 21 фраг. Возможно, это как раз-таки возможно, есть тот самый Фредди. Он, да, что мы знаем, что братья сидят по краю. Один Фредди, второй релакса. Майкл Элли на ваших экранах. Хампус по центру. Тренер, непонятно, чем он там занимается. Опять же, видно, что в критический момент и дает расклады Майкл Элли. Ну, 11-4, конечно, серьезная заявка на победу в этом матче. Тут уж... Тут да, уже даже Energy. Непонятно, что Energy предлагает. Ну, надо просто брать пистолетку и как бы уже все понимать, что, ну, ребят, ни фрага врагу, ни сантиметров вглубь лента. Да, так оно и есть. Возможно, возможно, у нас будет реально классный дефенс, какой-то мастер-класс, вернее, от команды Energy. Но слишком много ошибались в атаке, слишком много да. отданных своих раундов. Это говорит о том, что нет уверенности уже у команды. Они, ну, немного поплыли. Да. Все-таки был, наверное, расчет на то, что на Кобле они смогут вот закрыть соперников. Не получилось, и здесь уже на тебе. Нужно выходить из не самого лучшего положения американцам. Ну что ж, посмотрим. Смотрим как раз-таки второй пистолетный раунд. Третья решающая карта DreamHack Valencia. И победитель этой встречи будет сегодня играть против CLG. Так, Бриз получает неплохую флешку, но отходит. Релакса пытается вот там напрягать. Питер на миде. Та позиция, просто его отпускают. Прощают сейчас Расти вместе с тиммейтом. 23 хп остается у Питера, но главное, что живой. Энж говорит о том, что через мейн даже не пытался никто зайти. Фагли отвечает за хайвой, а там Майкл Элли с диглом. Ну, сплит Б, походу. Да, сплит Б от Red Reserve. Дапс вылазит на плен, делает первый минус по релаксе. Тут же получает борщ. Брэс, от него очень много зависит. Он забирает Хампуса, выбивает бомбу. Брэс! Жестко, впрочем, жестко. Этого не пропрешь. И остается только один Майкл Элли с диглом. Но, ребят, этот дигл, он не сработал ни разу. Нормально. Там... Для команды Red Reserve. И не сработает. Не залетает, посмотри. И не сработает. Никогда, никогда, ребята, все, кто играет, там, не знаю, полупрофессионалы, не повторяйте этого. Это дичь. Это дичь. Вы, нет ни одного игрока, кто может... Это, я вам говорю, это один раунд из 10
2 это в лучшем случае из 10, что вы возьмете и сделаете там 2 фрага там с этим диглом. Это никогда не окупается. Никогда. Очень круто, конечно, вот отыграл Брэс. Такой красавчик, ребята. На этой позиции какое хладнокровие. Он вообще для меня, он MVP всех трех карт. Да, вот, в принципе, что, сколько да. ни смотри, он самый жесткий. По первому, клац. На тебе. По второму, ать, на. И все. И Фредди отлетает. Но здесь, ну, настолько очень вот, нужно быть хладнокровным игроком, чтобы вот так вот отстреливать голову соперника, который на тебя выходит с глоками. Бай от команды Red Reserve. Теки P250 от Хампуса вместе с релаксой, и это будет раскидка Аплента. Только одного вот релакса отправили на Б, чтобы он там пошумел. И при этом выход через мейн или подсадка на мидл тоже, в принципе, может сработать. И, возможно, этот фейк заставит команду Energy двигаться, но все еще два игрока у нас на точке Б. Это Депс вместе с своим тиммейтом Энджем. Бриз очень сильно проседает, Депс пытается забрать Фредди Фрога, забирает все-таки одного. Тут же отлетает от Расти, и дальше работа от Бриза. На хедшоте не получается забрать еще одного. Ой, это на самом деле проблема, учитывая то, что еще и пофагли есть информация, но вот бомбу нужно забирать, это тоже проблема. Бомбу оставили на лобби, только сейчас она доходит до Б-плента, будет поставлена на вентиле, в которых находится Хампус. Ни в коем случае нельзя погибать Энджу здесь. Смотрим на ретейк, Питер заходит в спину. Ну и что дальше? Что дальше вообще? Долго стоять будем? Щипчики у Фагли. Фагли будет выходить с Сити. Двигается Энджи через вентиляцию. Находит Хампуса. Дает информацию. Продолжает играть сейфово. В итоге Хампус открывается релакса. Господи, какой же отвратительный пистолет P250. Я его, конечно, обожаю. Я люблю то, что он так жестко ставит хедшот. Так он много наносит урона своим соперникам, особенно если попадает в голову. Но здесь, конечно, это показательный случай. То, что это слишком сильный пистолет. Эндж забирает релакса, но тут же отлетает от Хампуса. Он еще и подфармил в этом раунде. И вот так вот Red Reserve отвечает. Да. Ну, кстати, Force Buy сделали. Реды. Они же бомбу поставили в пистолетном? А, нет, не поставили. Подожди, не поставили ж бомбу. Не было бомбы. Ну, тут неважно, была бомба или нет. Не, ну просто по закупу. Что... Да, я есть... помню, очень много смоков полетело на А. Ты помнишь, показали да, нам да, картинку, было смоки, очень много смоков. Были смоки, и при этом выход был на точку Б. Опять же таки, тут как бы даже не о смоках. Два игрока у вас принимают точку Б, и только один минус. Это мало. Ну и при том, да, девятка тоже приходит, там работает неплохо, но опять же таки, это недостаточно, чтобы нормально отыграть в раунде. Расти читает Фагли, эта подсадка не сработала. 4 в 3 ситуации, и это выход на точку А. Бомба будет поставлена. У Energy огромные проблемы. После пистолетного нужно было сесть, охладиться, может быть, даже как-то после проигрыша следующего раунда взять паузу и сказать, ребята, мы все-таки в защите, и мы можем тащить. Но этого не сделали. Отлетают все-таки Депс, который был в хорошей позиции на мейне, но контроль от релаксы. Эндж на машине. Будет также поддержка от Питера. Ну, о чем мы тут говорим? Говорим мы только говорим, о том, что будет урон экономике команды Red Reserve. North American CSGO. Вот об этом нужно говорить. Что просто какой-то Red Reserve, то есть это там какой топ-30 Европы, да, наверное? Ну, не знаю, там топ-25 Европы. На какой команде? На каком? Ну, где-то за 30, около 30-ки находятся. Да. Обыгрывают там где-то условно топ-8, наверное, топ-6 максимум Америки. Правильно? Ну, давай посчитаем просто. Liquid, Cloud9, Optic, кто там еще у нас есть? Ну, из самых сильных, то есть. CLG, Misfits, да. Energy. Ну и вот, ну там еще есть, конечно, неплохие какие-то составы. То какие-то есть, составы? Ну, то есть, может быть, там Splice. Опять-таки... У Splice, там, кстати, CSM, помнишь Splice, Рикс и этот, Рикс и Рокко, или как, помнишь Рокко этих двоих? Есть. Рокко, которые раньше в Мишфиц игрок, играли, да, вот они играют в Splice. Ну вот топ-7 Америки, да, топ-7 NSC. Ну, короче, топ-7. Я, естественно, не считаю бразильцев, потому что, ну, понятно, да. Бразильцы это бразильцы. У нас выход на точку Б, тут обороняется Бриз, это MVP, Майкелели забирает Дамса, Бриз липучий, но все-таки делает минусы, как он это делает вообще? И тут же подключается Фредди Фрог, который забирает этого парня. Трифтая ситуация, при этом бомба находится на Б-планте, она уже поставлена. И это проблема Питера, Энджа и Фагли, который не имеет диффузов, имеет только один смог и еще и молотов под ногами от Фредди Фрога. Это просто полный разнос команды Energy. Хотя вот как же Бриз круто играл. Вот этот выход, ну тут даже да, где-то больше было не то чтобы халявы, но везение. Но при этом как бы остальные ребята как-то не могут сыграть под эти минусы от Бриза. Потому что этот парень старается. Еще и смог летит у нас на Сити, только через девятку могут выйти Фагли вместе с Питером. Но это в никуда. Выход на разрыв от Фредди Фрога и Майкелеля. Фагли последний, ну будет попытка подфармить. Получается убить соперника 1 на 1 и отлетать
от релаксы. Это, конечно, исход команды Energy и последнего игрока в предыдущем раунде. 14-5. Ну что, вероятно, будут форсить, да, наверное, 3-300, 2-500, 3-700. Не будут отпускать. Energy понимают, что по рисунку игры они ничего сделать не могут. И, наверное, если уже возвращаться в эту игру, то только сейчас. Отдавать 15-й, потом играть закуп полноценный. Ну, слишком длинная дорога к камбэку здесь. Ну да, и шведы только уже такие... счастье, наверное, какое-то. Несчастье. Чудо. Счастье. Счастье, здоровье и хорошего настроения. Может помочь команде. Доедешь, позвони. И, конечно, удачи. Позиция у Бриза неплохая. Там красный остается Хампус вместе с релаксом. После него одного. Ребята, насколько круто играет этот парень. Я не перестану повторять. То есть у вас команда играет 5-14, но при этом есть игрок, который постоянно что-то где-то находит. Он постоянно в центре внимания. И это достойно уважения. Но то, что другие не работают, ну, кстати, прострел, который показал впервые Форест вообще, вот этот вот прострел через ангар на белый ящик, который в любом случае в этом раунде не сработает. Почему? Потому что у Energy никого там нет. Хампус, перетяжка под точку, а уже говорит о том, что будет выход именно на эту позицию. Бомба находится в мейне, а тут три игрока Energy, в принципе, могут сработать. Смотрим, что у нас по выходу в итоге от террористов. Они же Red Reserve. Чекается буст, выход на погрузчик. Отличный минус по Энджу, который просто там врывался в никуда, просто бежал. И такое ощущение, что он уже, знаешь, вот он не был готов к тому, что на погрузчике есть игроки. Есть какие-то небольшие размены, но... Брэс, выщипает ли? Не-не-не, на самом деле здесь надо сейвить. Один в три, здесь просто надо уходить. Каждого на по одному здесь. Ну да, тут должны ошибиться абсолютно все игроки и попытаться как-то забрать Брэза. Ну да, это... Нет, все-таки идет дальше, АК-47. Но есть уверенность и нет, конечно же, шансов на то, чтобы взять этот раунд. Фредди Фрог забирает последнего. 15-5, это матчпоинт. Команда Red Reserve после провального Death Rain возвращается, забирает Cobblestone, и сейчас уже близка к тому, чтобы выйти на следующую встречу. Это будет игра против CLG за выход из группы со второго места. Что-то Energy вообще что-то совсем... Еще на копле, да, просматривалась какая-то такая слабость, а здесь ну совсем все не плохо. Не смогли они просто на длинной дистанции бежать вот так. Не выдержали смогли, темп, да. Просто команды Red Reserve, которая, в принципе, где-то диктует очень высокий этот самый темп. Все-таки Питер забирает Хампуса, возможно, будет даже подсадка. Еще и Эндж вместе с Фагли поджимает скрип. Это минус релакса. Вот такая вот агрессия, возможно, стоила раньше. Проявить ее, чтобы выйти на хороший размен. Бриз, минус Макелели, минус Фредди Фрог. И этот раунд входит все-таки в копилку команды Energy. Очень быстро заканчивается он. Брэз Винсент Кайонт, 19 лет. Прикинь, он родился тогда, когда я получил права. Это интересное замечание. Хорошо, будем знать. И наши зрители тоже будут. По поводу молодых игроков, ну, мы уже с тобой пообщались. И в целом очень интересная статистика по PGL Краков Мейджору, если вы позволите мне. Да, вот отойти, да, от темы. Конечно, интересно. Вот, самые молодые — это Робс, 17 лет. 18 у нас у Электроника. Кьерби и Magic Boy вместе со Stewie 2K и Simple. По 19 и 20 лет Config, Bolts, Flame и Nico. То есть самый молодой Робс. Ну вообще, если я не ошибаюсь, самый молодой игрок, который участвовал на мажоре, это вот Керби, 16 лет ему было. Он уже 3 мажора прошел. Да, это при том, что ему 19, да? Да. Жестко, очень жестко. Прикинь, вот какой опыт, как он опыта набирает. Он за год отыгрывает такое количество турниров, он скиллуется, экспуется настолько, что люди там по 5, по 6 лет играют. Вот, да? Какие-нибудь там, условно, тот же Кристалл из Пенты, да? Который довольно давно играет, но там на мажорах не был. Ой, тут мясорубка на точке Б. Дабс неплохо работает вместе с Бризом. И Питер Бриз подключается. Не хочет проигрывать как-то. Да, вообще Бриз до последнего просто. Но молодец. То есть видно, что молодой, горячий, хочет все-таки выйти в этот плей-офф и борется до последнего. Даже, кстати, о Бризе я читал такие темы там. Вот некоторые даже заводили на Reddit. И не только то, что он читер. То есть пока он не приехал на первый свой лан и не показал, что он реально умеет. Все его считали каким-то ВХ-шником. Это старая тема. Про Робса то же самое было. То есть если ему там 18, 17, 19 лет, то по-любому читер. Но нет, ребята, уже есть, в принципе, ребята, которые доказали то, что они могут таким ключом в таком возрасте играть. Да, там подграет немного релакса Расти и компания. Хаешка неплохая летит, но тут все перекрыто. И легкий раунд для команды Energy. Хороший спрей еще от Фагли. Эндж тоже подключается, забирает последнего Расти. 7 раундов еще нужно тащить. Так, ну тут говорят, что Бриз мексиканец, ну, наверное, может быть этнический, потому что страна-то у него United States стоит, вроде как. Винсент Кайонт. Ну, имя Винсент явно не испанское. Винсент. Хотя Винсент,
Винсент. Ну, не, ну не испанская. Это, кстати, вот может быть где-то и Майами какой-то. Ну, то есть штат Флорида может быть действительно там такое популярно. Ну имя. Да, типа пуэрториканцы на лодке приплывают, да. А потом американки рождают детей. Это правда. Да, так получается, ребята, у нас вот Винсенты. Ну, бросил, приплыл на лодке, бросил семя. И все. Ну, а что, нормально. Вообще, Америка мультинациональная страна. Им респект за это. Потому что у нас до сих пор есть люди, которые расисты в 2017-м. Да. Хотя, как мне кажется, мультинациональность — это очень даже круто. Хампус погибает все-таки от Бриза, который классно играет. Ребята, вот постоянно интересные позиции, постоянный выбор углов, который позволяет зарабатывать киллы для своей команды. И тут же Red Reserve попытается выйти на точку А. Тут Фагли на позиции, которую называем NBK. Работает только по одному. Фредди тут же отлетает от Макелели, но и Расти не прожил дольше, чем несколько секунд при этом выходе. Релакса и Макелели 2 в 4. И они могут, в принципе, такое тащить. Здесь Energy не должны спешить ни в коем случае. Ну, Питер в дверях. Вот. Да. Это как бы позиция, которая сейчас должна просто закрывать меню одного игрока. То есть тут Релакса и Макелели должны отлетать. Они даже не контролят Питера в дверях спиной просто. Два изи фрага для Питера. 9-й раунд для NRG. И что у нас по деньгам от Red Reserve? Да, будет сейчас эко. Вероятно, эко будет с теками, с гранатами, с какими-то. Раскид точно будет. И Питер тут прям заряжает своих тиммейтов. Ребята, давайте мы можем. Мы уже и так все в салат слили. Давайте сейчас вытащим, пожалуйста. По поводу заражает. Вот был такой момент в начале этого кэша, что заразил он немного Дабса. Но вроде как Дабс потихонечку вернулся и там помогает команде. Вот. 25-й раунд. И вновь пистолеты на руках у команды Red Reserve. Чат. Какой есть процент, что вот смогут вернуться Energy и выйти на эти допы? Было бы интересно узнать у наших зрителей. Фагли. Мнение ты имеешь в виду? Сколько да. процентов на победу здесь у Energy? Не знаю. Ну, пока вот видно, что они заряжены на камбэк, но, опять же, они слишком много отдали, что прилетает от Фредди и Расти. 4 в 3 ситуация. Но теперь то, о чем я говорил, подожди. Ну, тут уже релакс, на самом деле, двигался непонятно куда. Непонятно куда, да, в никуда двигался. Так, ну теперь подождали, когда смоки развеются, теперь Молотов за погрузчик, все правильно. Также есть нет. Молотова, я думал, может быть, еще один есть захват. Там есть Молотов от игроков атаки, но, в принципе, у Дабса есть также смог. Питер забирает Макелели, и Фредди Фрог тоже пал смертью храбрых. В этом раунде минус от Дабса 10-15. И, ну, это уже попыточка очень хорошая камбэка. Это уже хорошая работа от Питера и компании. Питер, минус 60% вражеской команды. Отличная работа с АВП. 24-16. Отыгрывается и за трейн, и за кобблстоун. Ну и наглядно, опять же, можно сказать, что фраги мало что решают, опять же, по рисунку игры, да. Как правило, если кто-то где-то там настреливает 20+, там 30-ку, то это говорит о том, что он просто закрывает своей работой работу еще какого-то другого пацана. Mm-hmm. То есть, ну... Ой-ой, тут поджим от Energy на Б втроем. Ну вот, ты знаешь, мне очень нравится. Очень не круто, что Хампус выбросил решение. Эту флешку. Да, то есть он отогнал и, в принципе, где-то мог сыграть против них. У него была позиция, то есть он мог сыграть на размен, а размен для атаки — это всегда хорошо, ребят. Но вот эта флешка, она тут же заставила Energy вернуться в исходное положение. Ну, потому что они поняли, что их ждут, что там глубокие позиции, не стоит дальше идти. Тут интересно было бы, если Хампус все-таки не кинул эту флешку, вот было бы интересно вот посмотреть, убил ли он соперников. Хотя, опять же таки, тут только можно гадать на кофейной гуще. Выход на точку А. Ребята, Эдж все-таки откидывает Молотов за погрузчик. Будет работа против Фредди Фрога? Нет, не будет. И тут Фагли остается на дефолте. Расти не чекает эту позицию. Фагли все-таки бывает Расти. 4-4 ситуация. Но Фредди Фрог дальше работает вместе с Майкелем. Минус Питер. И только Дабс вместе с Бризом остается в ситуации 2 в 4. Неужели это все? Неужели это окончание этого камбэка, который был, в принципе, неплохим от команды из Северной Америки? И при этом, вот, конечно, позиция не самая лучшая. Бриз вместе с Дабсом через один вообще вот угол будут работать. Там бомба поставлена, хорошее расположение выбрали ребята Хампус из команды Red Reserve. И Майкелели должен закрывать. Хампус забирает Дабса. Последний Бриз тоже отлетает от Майкеля. Все-таки победа шведской команды Red Reserve со счетом 16-10. Команда Energy покидает DreamHack Valencia. Дожали. Дожали все-таки Red Reserve, хотя уже действительно вот можно было поговорить о камбэке.